Кать, нам надо с тобой поговорить. Знаешь, я тут очень много раз думал о наших отношениях и о том, что мы с тобой прошли. Я понимаю, что между нами было очень много всяких перипетий, было проблем много, но было ведь и хорошее. Ты знаешь, я очень хочу, чтобы этого хорошего в нашей жизни с тобой стало немного больше, и я готов сделать следующий шаг. Кать. Кать. Катя, ты вообще слушаешь меня, нет? Катя. Алло. Алло, ау, Катя. Понятно. Оторвись от телефона, пожалуйста. Окей. Кать. Катя. Катюш. Друзья, если вам знакомы вот подобные ситуации, и вас бесит просто люди, которые постоянно сидят в телефонах и заменяют личное общение общением с гаджетом, то делайте тематические видосы, смешные фотографии на эту тему, заливайте их в свой инстаграм, ставьте хэштег «Я не зомби», и вы автоматически попадаете на съемки моего нового клипа на песню, которую я записал совместно с Артуром Авагимяном. Все подробности о съемках внизу под видео. О, я пошел. Роботы, андроиды, айфоны, весь этот модный хлам. Тут и там, под карту памяти, музыка из реклам. Нет, я не старомоден, нет, я рожден это помнить. Я живу, я живу. Мой хэштег, я не зомби. Я не зомби, я не зомби. Это все, что надо мне помнить. Я не зомби, я не зомби. Ты мой хэштег запомни. Я не зомби.